согласитесь, не часто мы вам показываем Хонды. Потому что Хонд в городе таких мало, но будет много. Благодаря фирме Mitsubishi Motors. Хонда с вариатором, двигатель 1.3, живет вообще ничего. Едет, ну, в режиме драйв, держит 1500 оборотов на 60 км в час. Смотрели машину. Конечно, правда ради заметить. Машина старше 5-7 лет не бывает не битая. Найдутся небольшие сколы и царапины. Но вот когда машина старше 7-8 лет почему-то в идеальном состоянии, вы можете задать себе вопрос, что с этой машиной не так. А потом вместе с жестянщиком осматривать. Эти же автомобили. Это вам не кот в мешке. То, что хотели, то и купили. Вот такую машинку, может быть, даже не себе, а жене, я бы купил. Но, к сожалению, цвет пока у нас нет. Мы работаем, пока что, опять же, надеюсь. Вот когда появится работа, надеюсь, оплачиваемая, я, пожалуй, обращусь к вот. Потому что жена, честно говоря, меня уже несколько упилила. Она тоже сдала недавно на права, но вот на Волге она как-то ездить отказывается. А вот на Хонде Лобе, я думаю, удовольствие.